Всем привет, с вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 11 апреля 2022 года. Я нахожусь в своей большой теплице, теплица 4 на 8. Здесь у меня второй год зимуют 7 сортов винограда. И в серединку вот здесь высажены были мальцы. Совсем 5 мальцов, один сразу погиб еще осенью. Я заприметила, что он уже не жилец. Мальцы были не вызревшие абсолютно. Укрытие здесь было. Вот я убрала картон. То есть вот на дне, получается, короба. Коробушка совсем 20 сантиметров даже нету, по-моему. Сантиметров 15, наверное. И на дне целлофан. Потом был картон. Потом лозенки. Лозенки я смазала мазью Вишневского на зиму. Ни одной мыши, ни в одном винограднике я пока не заметила. Но на улице я не открывала еще, а в теплицах нет ни одной мышки. Вообще даже следов присутствия ни мыш, ни крыс нет. Больше я ничего не делала, только мазь Вишневского. И вот эти недозрелые лозенки, они вот даже видно, что они недозрелые. Вот, видите, даже вот зеленая. И ничего с ними не приключилось. Я не знаю, насколько почки будут живы, как он будет отходить. Но если даже почки там сдохли, у меня там прикопано 1-2. Я надеюсь, от них пойдут. Ну вот, пока вид меня радует, потому что если лоза не вызрела и попала под мороз, она обычно выходит из зимы черная. Или плесневеет, или... Ну, в общем, видно, что она не жилец. Ну, здесь вот я как бы смотрю на них. Ну, все я посмотрела. Как бы состояние нормальное. Не знаю, как там на улице. На улице у меня тоже мальцы. Ну, посмотрим. В корнях, там, где я пролила теплой водой, 2,9, 2,8. Юпитер плачет. Но он еще до теплого полива почему-то начал плакать. Ну, видимо, при какой-то минимально положительной температуре он уже начинает работать. Ну, посмотрим. Еще замеры потом сделаю на других сортах, при какой температуре. Пока другие молчат. Вот только Юпитер. Юпитер начал работать. Все я убрала, картон убрала. Вот здесь вот целлофан был, да, потом картон и иглопробивной. Опять забыла, как он называется. В общем, ткань вот эта вот. Два слоя, кое-где три слоя. Я ее набросала, сколько у меня было. Основные были вот еще коробушками прикрыты, сами основания, которые вот большие кусты, которые вторую зиму. Они уже так одну зиму перезимовали у меня, то есть все хорошо вот с такими укрытиями. Сейчас накину на мальцов агрил и на все пленку, чтобы земля прогревалась, все, чтобы просыпался он. Сейчас будет несколько раз минус ночью. Заморозки еще будут, конечно, до мая месяца и там даже до июня. Мы будем сохранять, будем укрывать, то есть весеннее укрытие обязательно. Сейчас отогрел и пленочку сверху наброшу. Все, всем пока.